Я еще более-менее нормально выгляжу. Отлично. Доброе утро, мы едем в Ростов-на-Дону. Нашей большой компании. С хомяками. У нас Соня после фонтанов, она искупалась во всех фонтанах. Мы тут балдеем, у нас тут кондиционер. Джим уже без задних лап лежит, потому что он тоже купался. У нас первая локация — Ростов-на-Дону. Мы здесь забронировали квартиру, все квартиры я бронировала через Авито. Мы сейчас на 10 этаже, это вид из окна. Но, как я понимаю, это однокомнатная квартира, которая сделана типа как двушка. Тут у нас Джимочка лежит. Тут нам пришлось взять с собой хомяков. Если кто не в курсе, откуда у нас хомяки, значит, вы не смотрите мой инстаграм и тикток. Обязательно посмотрите, вот инстаграм, вот тикток, я там все рассказывала. В общем, мы тут спасли хомяков, которых выбросили, не знаю кто. Спальня. Тут такой большой обеденный стол, и сейчас как раз вот мы позавтракали, сделали чай. А у нас и вчера мы заказывали пиццу. У нас вчера пицца осталась, в общем, мы ее погрели. Все, белье я с собой не брала, но взяла полотенце. Вот, но здесь, в общем, как бы все есть. И одно полотенце, здесь вот единственный, по-моему, минус, это то, что здесь нету штор. Положили даже одноразовые тапочки, ну, то есть, как бы, чувство, как будто приезжаешь в гостиницу. И здесь даже 3D-очки. Пароль от Wi-Fi, короче, все супер. Огромный шкаф, который нам не нужен, потому что мы здесь на одну ночь остановились. Полотенце, постельное белье, в общем, все очень круто. Здесь такая вот прихожая. И Саша туда. Такая прихожая, ладно, сейчас пока покажу тогда этот туалет с ванной. Такой довольно большой, просторный. Здесь можно постирать. Не тазик, все такое чистенькое, новенькое, свеженькое. Ремонт хороший, то есть, ну, реально, как бы заходишь, как это, как дома. Мы вчера все помылись, все сегодня с чистой головой, с чистым разумом поедем в Кисловодск. Вот, такая вот прихожая и тут же как раз такая вот небольшая кухонька. Ну, нам, честно говоря, сильно много-то как бы и не надо. Вот у нас здесь Джимочка в стрессе не ест ничего, только воду пьет. Все есть, вот все, что нужно, все есть. Все очень чистенько, все очень хорошо, вода есть, горячая, холодная, чайник электрический. И здесь вот Сонина как раз таки комната, она доедает то, что вчера не доела, тут у нее роллы, пицца и так далее. В общем, все самое полезное в отпуске. Вот, смотрит. Здесь уже кондиционера нет, здесь у нас этот вентилятор, но мы его ставили на ночь вот сюда, и получается, что кондиционер дует вот так, а вентилятор захватывает прохладный воздух и дует сюда. В общем, у нас получилось очень хорошо. Здесь такой балкончик, но мы, честно говоря, не заходили туда, то есть, ну, здесь вот сушатся хозяйские вещи, как я поняла, на смену. И вот такой вот классный вид. Тима, садись. Я туда два раза. А, ну, здорово. Вот такой вот классный у нас вид из окна, ну, в общем, на который мы толком-то и не смотрели. Вчера мы прогулялись по набережной, покупались в фонтанах, вернее, Соня и Джим искупались в фонтанах. Стоила она 3,5 тысячи. А сейчас мы собираемся в Кисловодск. Ехать там примерно 6 часов. Вот мы и приехали в Кисловодск. Вот они, наши хомяки. Я уже разобрала вещи. Здесь наша обувь. Здесь всякие штуки для Джима. Это штуки для того, чтобы нам ходить в горы. Новый классный рюкзак, который я вам скоро покажу. В общем, классные сумочки напоясные. Это там я такая, в общем, естественно, головные уборы, смотрите, какая красота! Квартирка очень маленькая, но она красивая, уютная, и, между прочим, здесь даже обувницы эта штука, как у нас, и даже тумбочки, как у нас. Это очень мило, ну, действительно, как будто прям как дома. Вот, есть
все принадлежности, конечно же, даже, видите, тут перчик, соль, в общем, все, что только может пригодиться. Положили тут у Джима водичка, разобрали свои вещи, здесь есть даже кофемашина. Конечно же, микроволновка, вот такой диванчик, Джимочка уже лежит, отдыхает, он, конечно, вообще герой просто, герой, и Сонечка тоже героическая. Вот, здесь уже все разбираем, здесь мы будем кушать, здесь мы будем мыться, очень миленькая ванная комнатка, даже цвет полотенец, как дома, принадлежности все уже расчехлилось, здесь душевая кабина, не ванная, ну, в общем, понятно, что здесь места не очень много, но, опять же, очень аккуратненько, здесь миленько. И вот самая главная комната, здесь, кстати, вот этот диванчик, он здесь Сонечку будет спать, мы его будем раскладывать, то есть как такая полуторная комната. Здесь есть кондиционер, это просто чудо какое-то. Большой телевизор Сонечка смотрит, мультики, вот, и вот, вот так вот здесь вот симпатичненько. Здесь уже положила. Чего? А, ты уже конфеты лопаешь, да? Мы, в общем, по дороге купили арбуз. Вот Соня мечтает об арбузе. Гладильные принадлежности. Это будем застилать кроватку. На самом деле, честно говоря, я даже не думала, что можно снять квартиру. Это будет как отель. Вот что у нас было в Ростове-на-Дону, что вот, ну, как бы вот сюда приехали, да? То есть это не захолустье какое-то, это не квартира. Типа, на, живи, здесь ничего нет, сама покупай, сама привози. Нет, здесь все есть, тут даже тапочки есть. Вот такие вот очень красивые такие добротные тапочки. Мы приехали в супермаркет. Сейчас до полного заправились и едем на Джилысу. Это просто нереальные виды. Ехать нам 86 километров или час 50, но говорят, что туда намного дольше ехать, потому что невозможно не остановиться и не посмотреть на виды. Мы взяли теплую одежду, тут у нас Джимулечка сидит, вот так вот я ему сделала, очень удобно, и у него там куча места. У Сонечки тут всякие, Санюль, покажи, что там у тебя, всякие книжки, да, а там еще должны быть, знаешь что, попыт. Ну-ка, доставай, там маленькая игрушечка еще у тебя осталась. Сашка пошел за водичкой и за какими-то пирожками, потому что, в общем, мы никуда не успели. Хоть и время 10:30. Ну-ка, ура! Ну-ка, покажи. Я видела такой очень давно. Спасибо, мам, я о таком мечтала. Классно. Откроешь? Да, конечно, открою, давай. Да, Джимуль, еще в один магазин. Сашулька пошел в пекарню, потому что мы в том магазине ничего не нашли. Вот еще. Вот еще. Предстоит нам куча поворотов. Мы зигзагов. Все в горку и в горку и в горку. Ну, у нас опытный водитель. Конечно. И ответственный груз. Радио здесь нет. Радио нет. Телефона здесь нет. Ты радио. Меня снимаешь? Нет. Смотри, прям они как будто бархатные какие-то. Ага. Холмы эти. Джимик бегает, малыш! Ай, ты мое счастье! А как тебе? Сейчас, да, у нас здесь 17 градусов! 17! Вы посмотрите, какая красота! Собака счастлива! Сашка, ты такой модный! Мама, вон там! Ага, Джимми! Ты чудо! Привет, мама, ты милая собака! Лето в городе 30 градусов, а у нас
Скажи еще раз, куда пойдем? Очень счастливая. Сашулька тут кашеварит, наделал нам завтрак, сейчас будет делать кофе. Сейчас покажу завтрак. А, такая красота. Лук, огурчики папины. Доедаем потихонечку. Так. Вкуснотища. Приятного аппетита. Мороженое. Соня делает мороженое. Вот красные камни и дядюшка Ленин. Мы в долине роз. Ура, дошли. Такое крокодилище. Со... Что зуб сломаешь? Со стальными зубами. Вот сейчас тебя укусит. Да вот еще, я сам укушу. Мы приехали на кольцо, гора Кольцо, сейчас поднимемся. Тут очень классный рыночек, где они прям здесь все делают, все вяжут, все. Вот, видите, прям из дерева сидит и делает. Тут все, по идее, недорого. И очень красиво. Я хочу носочки купить в подарок. Вон там тапочки, носочки. Я тут покупала свою эту овечку-подушку. Вот они. Хорошо, на обратном пути только, ладно, Сонь? Давай сейчас с тобой сначала... гору посмотрим. Видно, какие там шарики. Я об этом мечтала. Так, мы с Соней сделали косички. И теперь мы просто вау. Сейчас у Сонечки покажу. У нее розовые. Очень милые. Прям дракоша. Ай, такая красота. Ну-ка, поворачивайся потихонечку. Ай, ты прям как это. Вот, выпрямлять не стали, потому что... они очень классно у нее вот так завиваются, а мне выпрямили. Соне принесли десерт размером с Соню. Ешь одну руку. Твои любимые взбитые сливки. Давай, бери ложку. Там и фрукты, и мороженое. Ну вообще.